Приветствую вас, уважаемые наши зрители. Я уверена, что многие из вас не раз задумывались о том, что, эх, как было бы здорово купить свою собственную виллу, чтобы был бассейн, чтобы рядом с морем. Но потом вы себя ловили на мысли, что нет, наверное, не потяну, и как-то это все-таки дорого. Сегодня мы хотим вам показать, что это на самом деле более реально, чем вы могли себе представить. Меня зовут Светлана, я работаю в компании Leverage Investments, которая является лидером на рынке недвижимости Северного Кипра. Сегодня мы приехали в поселок Каршияка, он находится в 15 минутах езды от Киринии. Комплекс располагается очень близко к морю, тут в 7 минутах ходьбы несколько прекрасных песчаных пляжей. В комплексе есть большой бассейн, на продажу здесь разные варианты домов, это виллы с двумя, с тремя и с четырьмя спальнями. Вот, конкретно в этом видео мы покажем вам дом с двумя спальнями, отдельной хорошей большой террасой, площадь дома 140 квадратных метров, терраса 30 квадратных метров и есть отдельный крытый гараж, из которого можно сделать, то есть там есть уже и стены, и потолок, крыша, то есть из него можно сделать полноценную третью спальню при желании. Вот такой вот уникальный интересный проект, но давайте обо всем подробно, по очереди, давайте смотреть. Начать наш обзор хотелось бы, собственно, с самого начала, с главного входа, чтобы было понятно, что, где, как располагается. Смотрите, я стою, можно сказать, на террасе, на крыльце, то есть это центральный вход, здесь будет установлена дверь, естественно, большое панорамное окно, вот с этой стороны здесь у нас гостиная. Так, вот это ваше личное парковочное место. Вот это тот самый гараж крытый, о котором я говорила в начале, из которого можно сделать дополнительную спальню. Как вы видите, все необходимое для этого есть. Это полноценные стены, полноценный потолок. И там же есть дверь, чтобы зайти как бы на основную территорию дома. Ну, давайте пройдем внутрь и посмотрим, как там все выглядит. Сразу при входе есть вот такая специальная ниша для установки шкафа, он здесь будет. Есть вся необходимая разводка уже сделана, как вы можете видеть. Ну, собственно, я вот нахожусь сейчас в гостиной. Она, как вы видите, нетрадиционно отделена от кухни, от кухонной зоны. То есть здесь можно так устроиться очень уютненько. Большое окно панорамное. Вот такая вот площадь. Давайте посмотрим, что тут дальше. Мы проходим по небольшому коридору. И вот здесь у нас санузел. Кстати говоря, уже установлен шкаф, складывать всякое добро. Ну и вот, собственно, большой просторный санузел. Будет установлена вся нужная сантехника, все как обычно. И вот эта дверь в тот самый крытый гараж, который вы видели. Вот, посмотрите на эту комнату с другой стороны, скажем так. Межкомнатные двери также все будут, будет выполнена чистовая отделка, покрашены все стены. На полу вы уже можете видеть качественную керамическую плитку. В ванных комнатах уже плитка также лежит, но стены, конечно же, будут покрашены. Это пока еще черновой вариант. Пройдемте дальше, и мы попадаем с вами в кухонную обеденную зону. То есть, как вы можете видеть, она вынесена отдельно, многим хозяйкам это нравится. Уже начали устанавливать кухонные шкафы, вся необходимая мебель. С другой стороны отдельная обеденная зона. Никто никому не мешает. Ну и, конечно же, выход на террасу. Установлены уже хорошие большие окна с двойными стеклопакетами, с хорошей шумоизоляцией. Вот у вас еще одна терраса. Мы с вами поднялись на второй этаж и буквально как только с лестницы выходим, получается место под стиральную машину и уже есть полочки. Ну, я так понимаю, можно складывать белье и так далее. Тут уж вы сами решите. Смотрите, и на втором этаже находятся две спальни, они разнесены по разным сторонам, то есть и посередине выход на террасу. Давайте начнем, собственно, с главной спальни тогда. Вот такая просторная светлая комната с личным выходом на ту самую террасу на втором этаже, большие панорамные окна и своя собственная гардеробная и санузел. То есть здесь вполне встает большая кровать, то есть будет установлен вот здесь вот, ну уже собственно есть шкафы и ванная комната со всей необходимой сантехникой.
Вторая спальня чуть меньше по площади, но здесь также уже установлен шкаф и также есть свой санузел с душевой кабиной, с раковиной, с унитазом. В каждой комнате, получается, есть своя ванная комната. Из второй спальни также есть выход на террасу. Терраса очень большая. То есть это мы еще даже с вами не поднялись на крышу. Получается, из всех комнат и из коридора, из обеих спален можно выйти. Здесь, конечно же, будут ограждения. То есть тут вы можете себе устроить такую зону отдыха. Можно натянуть какую-то перголу, поставить мебель. Вот мы сейчас с вами поднялись на крышу. Хочу обратить внимание, что вдоль лестницы, естественно, будут установлены перила для безопасности. Здесь будет дверь, понятное дело. В общем, все по-человечески. На полу лежит плитка, то есть это все будет покрашено. Вот в вашем распоряжении личная терраса, очень просторная. Здесь будет свет, как вы можете видеть, да? Установлены все розетки, выключатели. Вот можно сидеть и наслаждаться вот такими чудесными видами. Давайте немножко теперь поговорим о расположении комплекса. Находится он в тихом, спокойном районе, очень уютном. Здесь прекрасно жить и отдыхать с семьей. Мы находимся в 15 минутах езды от центра Киринии. В шаговой доступности, буквально в 700 метров, есть несколько песчаных оборудованных пляжей с лежаками, зонтами, где убираются, есть кафе. Ну, в общем, пешком без проблем туда добраться. Также в радиусе 1 километра есть супермаркет, аптека, школа верховой езды, также государственные и частные детские сады и школы. Хотелось бы также отметить, что есть большой муниципальный парк, в котором есть несколько детских площадок, кафе, мини-зоопарк. Все освещается, убирается. Ну, в общем, очень такое приятное и милое место, где можно провести время. Рестораны и кафе, понятное дело, также в шаговой доступности имеются. Приобрести данные виллы вы можете, оплатив всего 30% первоначального взноса, а дальше воспользоваться беспроцентной рассрочкой до 2 лет. Стоимость данных вилл 95 тысяч английских фунтов стерлингов. Как я уже говорила, на продажу есть разные дома с разным количеством спален, разной площади, поэтому обращайтесь к нашим менеджерам, и мы вышлем вам все возможные варианты. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, где очень много интересных новостей выходит. А если планируете покупку недвижимости, оставьте заявку на нашем сайте, и наши специалисты составят полный список того, что нужно сделать конкретно по вашей сделке, чтобы она прошла надежно, безопасно и комфортно для вас, и вышлют вам его на e-mail. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые свежие предложения. Открывайте Северный Кипр с компанией Leverage Investments.